На другую тему. На этой неделе состоялся первый в Печоре студенческий бал. Назвали его «Я помню чудное мгновение». Шелка, кринолины, галантные кавалеры – все как положено. Студенты и студентки Печорского промышленно-экономического техникума, курсанты речного училища и другие участники бала с удовольствием кружились в танцы и вели светскую беседу. Все как на настоящем балу 19 века. Кавалеры и их дамы были одеты по моде былых веков, танцевали полонез и вальс. В роли хозяйки бала выступила заведующая культурно-досуговым отделом клубного объединения «Меридиан» Наталья Павлова. Именно она задавала тон всего вечера. И, конечно, активисты молодежного движения муниципалитета оказали огромную помощь в организации студенческого бала. Идея провести этот бал возникла в конце того года, когда мы провели закрытие года литературы, сделали небольшой перформанс в стиле бала 19 века. После этого мы задумались о том, что молодежь очень активно приняла в нем участие, и решили, почему бы не попробовать отметить День студентов, День Татьян, именно в такой форме. Над своими образами юноши и девушки работали сами. Дамы прибыли на бал в шикарных платьях в пол, а их кавалеры во фраках, жилетах и галстуках. Многие танцевали вальс впервые. Кстати, двигаться участников бала учили в танцевальном коллективе «Вальсет». Это, наверное, в этом году была такая небольшая заявочка на полноценный бал, который мы хотим провести ровно через год, 25 января, в день. Подготовка заняла у нас буквально практически 2 недели после сразу же новогодних каникул. То есть идею мы вынашивали намного дольше, а подготовка заняла 2 недели, поэтому сроки были кратчайшие. Ребятам было, конечно, очень тяжело, потому что выучить полонез, вальс, польку, мазурку, которую мы предполагали, это нереально для неподготовленных молодых людей. Поэтому мы немножечко сократили сегодня программу, и таким образом вот получился такой у нас конкурс на лучшую бальную пару. Юноши и девушки участвовали во многочисленных конкурсах, чтобы получить звание короля и королевы бала. Участники играли в фанты, говорили друг другу комплименты и, конечно, танцевали. Жюри присматривалось к каждой паре, но как таковых критериев не было. Оценивали актерское мастерство, манеру общения и хореографию. Александр Мальцев и Дарья Трифонова стали самой романтичной парой на светском балу, при том, что профессионально танцами они никогда не занимались. Бал очень понравился. Хорошо все сделано. Репетиции были. 4 репетиции у нас, да? Четыре репетиции. Я танцами в жизни не занимаюсь, для меня это первый раз. Ну, я только второй раз занимаюсь. Королем и королевой бала стали учащиеся Печорского речного училища Алексей Линд и Юлия Семяшкина. Ребята признались, что именно таких вечеров и не хватало в нашем городе. Я уже умел танцевать вальс еще с 8 класса, а тут на таком балу впервые. А я вальс танцую вообще впервые, были 2 репетиции, на которых я присутствовала. В баре уже прежде танцевали или нет? Нет. И познакомились, да, вот так. Студенческий бал получился самым настоящим. В завершении вечера всем участникам вручили грамоты и подарки, а юноши и девушки желали лишь одного, чтобы этот бал никогда не заканчивался.